Вот есть такие вещи, которые рекламировать нельзя. И в принципе правильно, потому что, допустим, свежего разливного пива в Магнитогорске нет. Ну, как и нормального пива. Поэтому, извините, никогда этим не занимались и заниматься не будем. Вот. Ну и про экспресс-сервис на дачный. Удачное сочетание свежего разливного масла 10 сортов для вашего автомобиля, в том числе и французское Total. А на закуску к пиву, ну, нужны раки. Только автомобиль раков не кушает. Автомобилю нужно что? Обслуживание хорошее. И нужна дешевая автомобильная резина. Но для того, чтобы за автомобильной резиной ехать отсюда, с выезда из города в сторону Соленое, в центр города, вам не пришлось, экспресс-сервис привез сюда все любимые типоразмеры от 13 до 16. При этом по ценам-то ниже рыночных. Вот они, здесь продаются. И некоторые варианты вместе с дисками. Не стремящаяся к уменьшению количества автомобилей в Магнитогорске навевает одну единственную тему. Бизнес, связанный с обслуживанием автомобилей, не теряет привлекательности. И вот на каждом углу буквально расплодились оные. Да оно может быть и лучше, хотя кто его знает. Бесспорно, в мире существует более 1000 производителей масел, так что удобный бренд себе прикрепить — пятиминутное дело. И пусть масло стоит копейки, дальше-то мучиться автовладельцу. То есть искать доливку в Чесме или Варне, например. Это ближний, так скажем, пригород. Пункты по экспресс-замене масла такими экспериментами не занимаются. А льют дешево и самое распространенное. Так что у владельца и в Сыктывкаре, и в Находке проблем с доливкой не будет. Теперь того, чего просто нет на мелких сервисах. Такого ассортимента. Вот когда человек лысый, это хорошо. Голова загорает, потом волос лучше растет. Если человек ездит на лысой резине, это не очень хорошо. Тем более, когда у вас цены такие, ну, достаточно смешные. Да, конечно. На лысой, так скажем, резине ездить достаточно небезопасно, в первую очередь, особенно в дождь. Поэтому у нас для наших клиентов, мы всегда работаем только для них, мы завезли достаточно большой ассортимент летних шин. В продаже имеются как и собранные комплекты, ну, в основном, конечно, на отечественные автомобили, это плюс на Deo, на ту же самую Nexia. Так и отдельно резина мы продаем, в принципе, даже и по одному колесу, если это необходимо. Мало ли, конечно, пробивают шины отдельно. То есть такой вариант тоже возможен. Что касается цены, цена у нас на все шины идет именно оптовая цена. То есть она достаточно демократична, опять же, в демократичную сторону отличается от цены на том же самом авторынке. Такое случается, человек проехал, но переезды у нас не самые хорошие, колесо пробилось, прожевалось, а в 9 часов вечера где он может резину купить? Опять же, у нас. Мы работаем с 9 до 12 часов, опять же, самое время, можно приехать вечером после работы, спокойно приобрести резину, переобуться, поменять масло, ну и все, что необходимо. Кстати, про масло, да? Сейчас люди активно едут в сады, ну, летний период начался. Иногда забывают масло поменять, и не досуг, потому что как-то так вот земля зовет и манит. А потом вспоминают, и уже другие сервисы закрыты. Ваш сервис же работает? Да, наш сервис работает. Мы, опять же, дачники – это наши лучшие клиенты. Мы всегда готовы их обслужить. То есть дачники на дачной, получается, и дачники вот здесь, в центре города. Да, все верно. Они везде. И вернемся к ассортименту. По сути, эти пункты экспресс-сервиса – это не совсем только сервисные пункты. В наличии аксессуары и дополнительные товары на каждый день. Мало того, здесь делают то, что другим не под силам. И это не только замена всех рабочих жидкостей. Здесь и шаровые поменяют, и колодки, и автомобильку подремонтируют, причем в варианте экспресс-ремонта, потому что здесь просто отстойников нет, что заставляет еще раз задуматься. Ну и добьем конкурентов наличием автомобильной резины. И еще раз напомним, вполне бюджетный. Кстати, по ценам ниже рыночной. Вот экспресс-сервисы сделали свое дело. То есть теперь в городе Магнитогорске даже на самую дорогую машину на фирменных сервисах цены на замену масла не очень большие. Но на тех сервисах меняется, как правило, 1, 2, ну, 3 сорта масла. Здесь же 10 сортов масла. То есть, ну, если необходима доливка, то вы знаете, куда приехать. Это дачное и это пересечение советской армии, лесопарковой и, по-моему, Доменщиков. Вот. Лобное место, так сказать, куда приехать можно. Кроме всего прочего, как вы уже поняли,
ни маслом единым сыт автомобиль, и масло рано или поздно закончится. Особенно зная то, что Турция и Европа пересаживаются на электротягу. Естественно, электротягу пересядет и в Магнитогорск, потому что, ну, цены в два раза за 5 лет – это что-то перебор. Но всегда останутся колеса. И всегда останутся те, кто все-таки предпочитает ДВС. Поэтому за хорошими ценами, за колесами – это сюда.